Всем привет, с вами Дизик, и это... О боже. Так, ну это, собственно, новая серия Майнкрафта. Пока вас не было, вернее, пока я не снимал. В общем-то, я походил по округе, в общем, там нашел там переход куда-то, в общем, дерево довольно много нарубил. Во, ну как много. В общем, хватит. Так, ну и, собственно, я думаю, сделать что-нибудь такое крутое. Хотя сейчас ночь, было бы логично поспать. Я там глины еще нарубил много довольно. Так, и угля. Что меня больше всего порадовало, там дофига угля было. Уголь — это наше все. Блин, да черт побери! Ебать! Че за говно такое? Конечно, редко ругаюсь, но, блин, у меня около дома скелеты ходят. Ребят. Что мне делать? Да. Так. Знаете, это не конкретно немного бесит, что ли? На-н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 а. О, косточка. Ну чё, окей. У меня, слава богу, снег рядом, так что... Смогу сделать снеговиков защитников. Ой, да вы гоните. Давай быстрее. Быстрее, тебе говорят, ложись спать. Чтобы они там не появились, чтобы они не появились. Да, заснули. Чё? Фиг вам. Нужно быстрее это заделать, а то они простреливают засранцы. Так, ну и мы, собственно, наверное, в этой серии... Продолжим достраивать домик. А потом, наверное, в шахту пойдем. Хотя, какого черта пойдем? Пойду. Вы тут не присутствуете, его просто смотрите. Ах, да. Тут же была эта... дрень. Так, так. Потом как-нибудь это обустроить, там, шерсть, там, не знаю, картина. Это как-то... некрасиво. Одно стекло, да и то за стеклом какие-то скелеты и пауки. Будто живу в каком-то подземелье. Ой, да ладно. А нет, кстати, у нас есть еще это. Я это хочу оставить. Видите, я там даже березки взял. У меня кости тоже есть. Я пойду посажу березки, чтобы они были тут. Потому что, насколько вы знаете, я люблю просто березки. Ну и всякое такое. Так, наверное, тут посажу. И тут, для начала. Так, пока что, надеюсь, хватит. Оп. Ну и хоп. Ой, красота какая. Дело в том, что мне нужно березовое дерево, я хочу из него обделать дом, ходить где-то его еще искать. Где-то как-то не вариант. Я подумал, почему бы ростки не принести сюда, и тут их не посадить, и просто тут не срубать. Это же намного быстрее и удобнее. Так. Да, листва в воздухе парит. Птички песенки поют. А мы пойдем... Блин, я бы кувшины пособирал побольше. Собственно, наверное, чем я и займусь. Они же вроде как отрастают или типа того. А еще я бы хотел бы сделать удочку. Правда, я как всегда не помню, как она делается. Но думаю, это не сильно большая проблема. Вот я не знаю, музыка громко играет или нет. Ладно, чуть потише ее сделаем. Вот так, надеюсь, будет нормально. Так, и так. Наверное, тогда двойную такую будем делать, продолжать. Да. Да, дом все-таки как-то убого смотрится. А вот уже и березка. Прикольно. Так, нужно, получается, нам еще. Опа. Опа. Оп. Что береза все больше и больше. Меня радует даже. Ой. Надеюсь, кстати, вам нравится видео про GTA 4. Хотя, как я уже и говорил, каких
хейтеры, идите нафиг. Я на самом деле GTA 4 ни разу не проходил, я тупо в нее играл. Тут вот так вот вышло прямо. Что прям. Играть-то как-то так захотелось, но вот заодно я прохожу ее. Ну ладно, на первую премию пока что хватит. Надеюсь. Так, что тут у нас? Угу. Ага. Давай быстрее. Кстати, я, наверное, себе железную броню сделаю, типа того. Так, дерево точно. А из какого дерева? Есть еще тут. Ага. То есть довольно все весело. Так, это мне не нужно. Хотя нет, наверное, тростник я посажу. Саженец тоже мне не нужен. Не нужно. Не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. А, кстати, вот яйца. Я так увидел, там яйца. 3, 4. Нет, никого не вылупилось. Эх, жалко, пустышки. Эх, ладно, давайте тогда это будем использовать дерево. Потому что жалко использовать березу. Думаю, ей может второй этаж обделать как-нибудь. Вот только вот как. Сократить расстояние не очень-то это и вариант. Как-то может еще сделать, тоже как-то не сильно хочется. Да. Если у вас есть какие-то идеи, что можно сделать с березой. Да, пишите в комментариях. Ой, а я, пожалуй... А, точно, лопата у меня есть. Думаю, кстати, можно будет расширить вот так вот как-то. Вот так вот, порядком. Чтобы погреб был большой. Добротный такой. Слово-то какое вспомнил, добротный. Да. У нас получится такой трехэтажный домик. И тут тогда я, наверное, обделаю. Окей. Засыпайте нас. Мы этого не боимся. Так, а вот задохнуться мы боимся. Интересно, тут все под водой будет или как? Ладно, на всякий случай. Давайте так. Постоей. Ач. Так, ну вроде как более-менее. Хотя я бы не сказал то, что это надежно. Это вообще, мне кажется, ни капельки не надежно. Так, еще круче. Да. Кстати, нужно будет что-нибудь такое придумать с песком, что можно делать. А то как-то я не знаю, что с ним делать. С ним делать. Так. И все тут у нас закладываем, чтобы водичка не шла. Так, да. Я же забыл совсем. Так вот, я же заделал. Это уже другой уровень, собственно. Кстати, интересно. Не, проходить так не буду. Так. Ага, ну и все, получается, у меня закончилось это. Да хрена березок. Ну, думаю, березки я их так просто тут посажу. Так, допустим, одну вот. Тут вот. Одну тут. Одну тут. Одну тут. Одну тут. Одну тут. Тут. Вообще странно, что на болоте растет тростник. По идее, вот до хрена, но я все равно посажу. Наверное, даже на этом острове посажу. Не знаю почему.
Нужно сделать лопату. Типа, почти то, что там уже печка железо доготовилась, нужно глину поставить. Думаю, что-нибудь тут каменное такое сделать. Кирпичное. Каменное, кирпичное. Только вот что. Да. Идей никаких пока что нет. Но место довольно такое живописное. Фиг его знает. Так, ну вроде как все срубили. Так, так. Может как квадратным какой-нибудь сделать. Так, чтобы оно как бы... Да. Один маленький грибок рос тут. Смешно. Тогда я думаю, так нужно как-то зауглить или как это называется. Чтобы типа были уголки нормальные такие вот. Так. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Если нет, то не беда. Так, ну и вот тут получается. Раз, два, так, так. Раз, два. Да, это совсем немножко осталось. Думаю, у него будет тут какой-нибудь типа огорода. Ну а что, на огородах вместо забора. Либо какая-нибудь фигня, либо как у меня тростник. Не, помню, у нас на огороде у нас... Хотя, нет. Не помню, что у нас на огороде. В общем, это такое какое ограждение, чтобы никто ничего не видел. Тут даже грибы растут. Поразительно. Давайте быстрее нужно... А, точно. Стекло. Я же не застеклил это окошко-то. Ну, он поддувает. Он еще прям как поддувает там. Так, ну да, прям поддувает, так, а я думаю, вот что-то как-то неуютно совсем, а там оказывается дырка, только вот как ее реализовать тут? А, точно, зачем я рублю этим, у меня же есть топор. Так, 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 так. Думаю, так будет нормально. Или еще так сделать. Ну ладно, давайте будем сохранять какой-то дизайн или типа того. Так что нужно заделать верхнюю эту. Четырьмя как раз тут хватит. Ну и ляжем спать. Как раз там дождик. Думаю, кровать все-таки нужно в другом месте поставить. Это типа дождь шел? Или идет? Ну ладно, похоже, он прошел. Тростник что-то как-то не хочет расти там. Хотя, по идее, он там должен расти. Такая ситуация какая-то, не хочет, но... А, тут, я думаю... Не горел вообще. Ну, какой? Зомби какой могучий. Там у меня будет ферма всего там. Ну, в плане того, что там все вместе будет. Ну да. Я думаю, выкладывать ли мне вам свой сейф карты. Да. Хотя фиг его знает. Я еще над этим думаю. Ну ладно. Опять заложим там этот. А вот может даже застеклим. Должно получиться тоже довольно неплохо. Мне так кажется. Так, надо там двойной такой проходец будет. Даже, наверное, тут кактус где-то выращивать буду. Ну, семена. Не знаю, зачем мне кактусы, но я... Как бы я знаю то, что из них красители делают, вот только нафига они мне. И как-то...
Не знаю, зачем они мне. Да, нужно верстак сделать. Так. Черт! А, да вы гоните. Ё-моё. Вот зачем я нажал на shift? Интересно. Рабочий стол. Зашибись. Рабочий стол, блин. Да, точно. Ты ж. Объясню, почему я так поставил. Я придумал, что я из кирпича сделаю. Надо было так лохануться. Ух ты, надо было такое. Так, там... А, кстати, тогда... А, ну точно, тогда я сейчас сделаю лопату и все там делаю. Деревом. Так, железо тоже тут у меня. Так, а мне хватит этого, в принципе. Так, делаем палочку. Палочки. Китайские палочки. Так, сделали. И тогда получается идем копать. Копать мы будем много и упорно. Но при этом нужно не забывать застраивать. Все, это же тоже, можно так сказать, важная часть всякого такого. Не знаю, что я говорю. Так. Так. Вот спрашивается, нафига я делал лопату? Так. Так, так, ну прости меня, прости. Я тебя потом обратно заделаю. Так, 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 так. Так, ну что ж, так, грязь мне не нужна ведь. Так, 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 так. Так, ну тут... А, ну да, точно. Вот так вот. Вот, довольно-таки прекрасно получается все. Как это интересно, изъян тут. А там печка была? Так, и тут мы... да. Поставим факел где-нибудь. Так, да что ж такое-то? Что называется, поленился. Вернее так. Сиудил. Поэкономил ресурсы. Нужно было все-таки застроить. Думаю, тут... Шерстью это все покрывать не нужно. Достаточно.